Дорогие друзья, к сожалению, звонки аферистов не удалось еще полностью остановить. Борьба с ними не прекращается ни на минуту. Наши доблестные авторы канала «Мошенники звонят по телефону» продолжают мужественно трудиться. Они несут свое служение днем и ночью, при любых обстоятельствах. Добрый день. Меня зовут Игорь Монаков, проект «Рецепт богатства». Я являюсь вашим финансовым, так сказать, экспертом. Сергей, как ваше настроение сегодня? Нормально. Нормально, отлично. Сергей, хочу буквально несколько вопросов вам задать, чтобы понять, чем могу помочь. А потом расскажу, как наша компания может быть вам полезна. Хорошо? Хорошо. Отлично. Сергей, у вас ранее был опыт в биржевой торговле, либо вы новичок в этой сфере? А будем заниматься торговлей? Ну, конечно. А чем же еще, Сергей? Ну, вот я не понял. Я посмотрел сайт, так и не разобрался, как бы на чем зарабатывать-то будем. Нет, Сергей, мы с вами дойдем к этому. Я изначально, опять же, повторюсь, хочу... так сказать, с вами построить диалог, чтобы понимать, чем могу помочь. А потом расскажу все о нашей компании и как мы работаем. Договорились? Хорошо. Все. Так вот, Сергей, что скажете о своем опыте в биржевой торговле? Был у вас или нет? Нет. Нет. Хорошо. Ну, около 70% людей, которые приходят к нам в компанию, являются без опыта. Ну, что, соответственно, намного лучше, потому что человека без опыта научить намного проще, чем человека с опытом переучать. Поэтому все хорошо, не переживайте, вы такой не один. Сергей, смотрите, к нам в сферу люди приходят из разных категорий, это бизнесмены, либо люди рабочего класса. Вы к какому классу себя относитесь? Я пролетарий, рабочий класс. Что-что? Рабочий класс, пролетарий. На стройке работа. А, вы работаете на стройке. Неплохо. И как вам ваша работа в целом? Нравится? Очень нравится. Отлично. А чем именно занимаетесь на стройке? Что делаете? Просто работа на стройке, в принципе, растяжимое немножко понятие, чтобы я просто понимал, чем вы занимаетесь. Я занимаюсь черновой отделкой. Стеновой отделкой? Черновой. Черновой отделкой. Ну, неплохо, неплохо. Ну, насколько я знаю, люди, так сказать, в такой сфере зарабатывают порядка 40-50 тысяч в месяц. У вас больше получается, либо меньше? Ну, если я подколымлю, то больше получится. Ну, в среднем так же, да. Понял. Хорошо. А чем, скажите, а чем вас заинтересовала сфера инвестиций в целом? Почему решили заниматься этим? Ну, я ваш сайт посмотрел, там такие отзывы хорошие, я подумал. Может быть, у меня получится. Там еще видео у вас, да, было? Да. Все верно. Там еще эти англичане что-то говорили, а их переводили. Ага. Да, все правильно, Сергей. Сергей, просто почему интересует касательно цели? У нас просто люди приходят с разными целями. Кто-то купить машину, кто-то дом, кто-то закрыть кредиты, долговые обязательства. У вас с этим нету проблем? Нету кредитов? Нет, кредитов у меня нету. А скажите, а почему там на видео было про Виктора, а люди говорили Питер? Я вот не понял. Что-что? Ну вот в этом видео я его посмотрел полностью. Там были видеоотзывы. Вот, и там люди говорили Питер, а переводили как Виктор. Я вот что-то не понял. У вас руководитель Питер или Виктор? Я хотел бы зарабатывать, как Питер Виктор. Как Питер Виктор зарабатывать? Да. Ну, неплохая перспектива. А на что будем зарабатывать с вами?
Но на что зарабатывают обычно? Я хочу дом, как у Путина. Вы хотите дом, как у Путина? Ну, ничего да. себе. Знаете Все его хотят дом? Дом, как у Путина. В Геленджике у него домик. Ну, для этого нужно очень плотно работать, так сказать. Я, ну, знаете, я не могу вам обещать, так сказать, дом, как у Путина, потому что, ну, это будет глупо с моей стороны, как финансового эксперта. Вот. Просто люди приходят с разными целями, знаете, к нам. Вот у меня был клиент, пенсионер с Владивостока, он хотел себе катер. И мы поработали с ним полгода, потом еще поработали 3 месяца, то есть уже в сумме 9 месяцев. Он вывел, так сказать, свою прибыль, и как думаете, купил катер или нет? А он влаживал пенсию свою, да? Ну, не всю пенсию. Ну, он также проработал строителем. То есть, ну, так сказать, ушел на пенсию, он сидел на пенсии. Вот. Так что, как думаете, получилось катер купить или нет? Ну, это, наверное, зависит от того, сколько он влаживал. Если много вложил, то, наверное, заработал. Так сказать, на минимальное. Вы работаете первый месяц, пробуйте как, нравится, не нравится, а далее уже на второй месяц вы думаете сами. То есть выводить деньги обратно и пользоваться ими в своих, так сказать, финансовых целях, либо же реинвестировать, ну, инвестировать дальше, дальше и дальше работать. То есть вот в таком плане. Так вот, вернемся к моему, так сказать, клиенту. Знаете, что я вам скажу? Он мне наврал. Он купил не катер, а купил машину. Представляете? То есть, ну, мы вот возьмем, опять же, того Василия от Владивостока. Мы с ним вышли на доход 50 тысяч в месяц через 5 месяцев работы вместе с нами. То есть, вышли на пассивный доход от 50 тысяч рублей. Ну, там в Японии машины праворуки. Он, наверное, себе праворуку купил, да, во Владивостоке? Ой, честно, я не интересовался этим. Он позвонил мне. Довольный, рассказал, то есть на эмоциях, поэтому такое. Я не интересовался этим, но этот человек до сих пор работает с нашим биржевым экспертом и, соответственно, очень доволен. Давно, кстати, не созванивался с ним. Так вот, Сергей, что хотелось рассказать о нашей компании и как мы в целом работаем. Мы предоставляем вам профессионального биржевого эксперта, который будет вас сопровождать, будет вас обучать, будет вам рассказывать и показывать, какие активы покупать, чтобы, соответственно, на них заработать деньги. То есть ваша месячная прибыль будет составлять от 17 до 47% ежемесячно. Вот. В чем, собственно, интерес нашей компании? Мы берем всего лишь 10% комиссию, так сказать, от чистой прибыли, заработанной вами. Не от вложенных средств, а от чистой прибыли. То есть деньги, которые получится заработать вам вместе с нами. Мы берем всего лишь 10% себе как комиссию за то, что, так сказать, мы вас сопровождаем. Мы вам показываем, рассказываем, какие активы покупать, мы вас обучаем и, соответственно, ведем, так сказать, даем рекомендации. Как считаете, 10% справедливо? Ой, мне кажется, это много. Я так на машину долго не накоплю. Да почему много? Ну, вот, к примеру, у нас с вами получается зарабатывать, ну, возьмем сумму там 10 тысяч рублей. 9 тысяч вам, 1000 нам. Это чистой прибыли имеется в виду. Не имеется в виду от инвестиций. Инвестиции это ваш вклад сугубо. Вот наша же компания зарабатывает на чистой прибыли наших клиентов. То есть, если у вас получится опять же заработать 10 тысяч, то 10%, то есть 1000 идет нам, а 9 вы забираете себе. Так, понятно. А сколько можно вот каждый месяц зарабатывать? До 47%. То есть вы вкладываете первый месяц, ну, мы не даем работать, так сказать, на большие суммы. У нас есть 3 пакета. Первый 20 тысяч, второй 15 и третий 9. То есть, я так понимаю, мы будем работать с вами на 9, правильно? Да хотелось бы побольше. Отлично. Смотрите, я всегда рекомендую своим, так сказать, клиентам работать первый месяц, поработать на минимальную сумму. То есть вы поработаете первый месяц, посмотрите, нравится вам, не нравится, устраивает, не устраивает эта сфера. Вот. К концу месяца вы фиксируете свою прибыль. Ваша прибыль, ну, возьмем, опять же, сумму 9 тысяч, то с 9 тысяч будет составлять около 4-5 тысяч, так сказать, ну, максимум. Вот. Вы фиксируете прибыль и далее уже потом на второй месяц думаете, что делать дальше. Выводить себе средства обратно, либо же реинвестировать, инвестировать больше, ну и, соответственно, работать долгосрок.
ну, я рассматриваю просто для своих клиентов работу, так сказать, на долгосрочную перспективу, потому что, ну, в принципе, я серьезно настроен, компания серьезно настроена, и я хочу, чтобы люди также понимали, в какую сферу они пришли, и, соответственно, о актуальности и о цифрах, которые получается зарабатывать здесь. Ну хорошо, я хочу, как Василий, тоже хочу себе праворукую. Морковник себе хочу. Toyota Mark 2, знаете, отлично, такой? Отлично, отлично. Сергей, тогда смотрите, давайте поступаем таким образом. У нас есть еще два типа счета. Первый льготный и второй это коммерческий. Льготный это счет для инвалидов. У вас с этим нету проблем, все хорошо со здоровьем. Да, хорошо. Но сколько мне на морковник заработать надо? Сколько времени? Что такое морковник? Это машина такая японская. Японская машина. Ну, смотря какая стоимость. В какую стоимость ваша машина, которую вы хотите? Ну, я хочу себе вот кузов самурай. Они там по стоимости разные. Вот есть 80-х годов поколения. Ну, он такой угловатый. Вот следующее. Вот этот самурай прикольный. Ну, там они разные есть. Есть, которые Сергей, вот для дрифта, ну, вот, которые переделывают там. Они могут стоить там от миллиона и больше. Вот, ну, можно взять обычную, там, двухлитровый двигатель, не турбо. Ну, такой надежный, они еще долго походят. Можно его, но я так, те от 200. Я вижу, вы истинный ценитель, так сказать, автомобилей. Да, я вот люблю вот на морковнике боком валить. Слушайте, мне это нравится. Я тоже раньше в детстве когда-то мечтал о... Не знаю, вот загорелся Челленджер 80-х годов, все, у меня это был просто как, я не знаю, я засыпал и просыпался с этой мечтой. Да, ну это хорошо, вот машина заднеприводная, заднеприводная машина, это мечта, классно. Знаете, вот я вам скажу такую мысль, мечта всегда может остаться мечтой, если, так сказать, не делать первые шаги и не рисковать, и, соответственно, не делать ничего ради того, чтобы эта мечта превратилась, так сказать, в реальность. Наши мечты — это в целом иллюзии. Мы реальные люди, мы должны себе ставить цели, правильно? И маленькими шажками их, соответственно, достигать. Маленькими, так сказать, маленькими шажками к большой цели. То, что, соответственно, мы будем с вами делать. Так, Сергей, смотрите, давайте поступаем таким образом. Я делаю запрос на финансовый департамент. У вас, вы какими картами пользуетесь вообще? Да я разными, какими надо? Разными. Ну, без разницы, Visa, MasterCard, MIR. То есть нам на данный момент нужно будет активировать ваш торговый счет. Ну и, соответственно, потом с вами, точнее, сегодня, в течение дня, с вами свяжется уже биржевой эксперт, ваш личный. Он вам расскажет, покажет, какие активы покупать. Ну и, соответственно, первый месяц поработаете, посмотрите, что вам, как нравится, не нравится. Ну и далее уже будем с вами зарабатывать, так сказать, на ваш автомобиль. По рукам? Хорошо. Все, отлично. Сергей, делаю запрос на финансовый департамент. Оставайтесь на линии пару минут. Не пару минут, давайте секунд 30 с вами свяжутся. Не кладите трубочку. Хорошо? Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, меня зовут Илья Лиховский, финансовый департамент. Передали вашу регистрацию на пополнение торгового счета. А на какую сумму вы выбрали пополнение? Мне там сказали пакет, который 9% дает. Я вот не понял, сколько. Смотрите, есть три типа счета, с которых вы можете начинать. Либо же с льготных. Вы уточнили по поводу льгот? У вас есть какие-то пособия по инвалидности, либо же по онкологическим болезням? Нет, инвалидности у меня нет. Нету. Хорошо, то есть обычный торговый счет. Смотрите, есть три типа счета. Первый тип счета это 9000 рублей, второй 25, третий 50. С какого вы будете приступать? А чем они отличаются там, вот если я за 9 возьму? Смотрите, по концу месяца вы будете получать, соответственно, выше прибыль. У вас есть фиксированный процент, это от 17 до 47%. Ну, процент это понятно, но какая разница, я могу со 100 тысяч заработать этот процент и, например, с 1000 рублей могу заработать. В процентах это же будет одно и то же? Да,
будет одно и то же. Но у нас есть регламент компании, который гласит то, что клиент, который начинает с нами, есть минимальная сумма инвестиций 9 тысяч рублей, чуть выше 25, чуть выше 50. Это пока что максимум, который мы можем вам разрешить. Вы человек новый пока что для нашей компании. Поработать в первый месяц пробный, а там уже будет видно. Поэтому какую сумму вы выбираете? Так, ну если 25%, ну, в среднем, да, получается у вас прибыль в месяц. Это в месяц, да? Вот, да, про месяц мы говорим. Так, от 17 до 45. А, так, сейчас я прикину. Вот, если я ввожу 9, заработаю где-то половину в конце месяца. Так. Ну нет, не половину, а будет 3-4 тысячи. То есть, грубо говоря, 3-4 тысячи вы заработаете на конец месяца. С 9. Ну, я так на морковник еще долго не заработаю. Так, а если 25, тогда что получится? Так, 25, из них где-то сколько, 17, да, мне упадет? А, нет, тоже не вариант. Вот 50. А я же могу реинвестировать, то есть я прибыль вот эту, могу же ее использовать в дальнейшем, да? Конечно, она, смотрите, у вас есть торговый счет, на котором, к примеру, сумма 9 тысяч рублей. На конец месяца там уже 4 тысячи рублей. То есть 13 тысяч у вас общая сумма. Уже на следующий месяц вы начинаете с этой суммы работать. Либо же доинвестируете и работаете с высшей суммы. То есть это что вы выбираете. Так, ну вот мне кажется, 50 будет вполне оптимально мне на морковник, чтобы заработать. По-моему, в самый раз. На морковник же получится заработать. Хорошо. Смотрите, а на какую сумму вы рассчитываете? Сколько хотели бы заработать, в принципе? Ну, у вас на общую сумму идет или ежемесячный доход? Что вы предпочитаете? Да, я не знаю, мне нужно на машину накопить, на морковник. Я вот не знаю, как лучше сделать. Давайте по-другому посмотрим, Сергей, подождите. А вы пришли там по рекомендации действующих клиентов, либо же по рекламе? Я рекламу увидел в Телеграме. А, рекламу увидели. Тогда, Сергей, смотрите, сейчас сумма 25,9, а для вас закрыта. Потому что вы человек новый и, в принципе, не по рекомендации пришли, а просто по рекламе. Вы можете начинать сейчас лишь с минимальной суммы. А минимально-то сколько, 50? 9 тысяч. О, ну это мало. Ну, вы смотрите, в любом случае, вы первый месяц пробуете себя, смотрите, а уже в дальнейшем выбираете для себя, как вы будете развиваться. А нам нужно будет, доинвестировали еще 40 и работаете 50 тысяч у вас. Понимаете? Доинвестировали 20, неважно. Просто за первый месяц вы для себя попробуйте изначально. У вас ранний опыт был в сфере биржевой торговли, инвестициях? Нет, не был. Не было. Поэтому, в принципе, сейчас, давайте так, попробуйте с минимальной суммы, а уже в дальнейшем будете выбирать для себя. Сколько вам нужно будет еще доинвестировать, либо же надо остаться на этой сумме. Хорошо. Вам все понятно, Сергей? Да, то есть я потом докину, и на морковник мне хватит, наверное, я думаю. Я думаю, за полгода заработаю на морковник. Хорошо. Тогда смотрите, по поводу активации вашего инвестиционного счета. Есть два способа. Первый способ – это платеж-терминал. Вы ранее совершали покупки в интернете? Алиэкспресс, Амазон, да, покупки Ави, Джум. Да-да, я покупал там запчасти на морковник. Ага, хорошо. Я его на столб намотал просто. Это ваш личный кабинет. Я вас услышал, Сергей, не переживайте. А второй способ – это непосредственно через онлайн-банк. С каким банком вы пользуетесь? Так, онлайн-банк. Ну, у меня разные есть. Я не знаю, какой лучше подходит. С какого вы будете работать? А где самый низкий процент, я не знаю. Вот у меня, например, есть Промсвязьбанк. Я не интересуюсь процентами у банка. Так, ну давайте Промсвязьбанк. Мне надо с ними связаться будет, да, со специалистами. Что еще раз, Сергей? Мне нужно будет со специалистами из Промсвязьбанка как-то связаться, да? Нет, не нужно. Зачем? Ну, чтобы активировать. Еще раз объясняю, смотрите, я сейчас вам отправляю непосредственно ваш платеж-терминал, либо же отправляю вам корреспондентский счет, с которого вы будете уже активировать свой торговый счет. Понимаете, как это действует? То есть сейчас вы выбираете, как вы будете пополнять свой торговый счет. Платеж-терминал, либо же онлайн-банк. Что вы выбираете? Платежный терминал, это вот как в магазине вот эти терминалы стоят. Да, вот по типу этого, да, 4 поля для заполнения. У вас на какой карте доступна сумма 9 тысяч рублей? На Промсвязи. Я не
слышу вас, Сергей. На промсвязи есть. Промсвязьбанк. Какая система платежей? Так. У меня с пятерки начинается, это MasterCard вроде. MasterCard у вас? Да. Окей, хорошо. Подскажите мне, вы со своим менеджером поддерживаете связь в каком-то из мессенджеров? Нет, он мне только вот набрал сейчас и на вас перевел. Окей, хорошо. А чем вы пользуетесь? Telegram, WhatsApp, Viber? Telegram. Telegram пользуетесь? Да. Одну секунду. Отправляю вам смс в Телеграме. Так, смс? Еще раз. Смс вы отправили? Нет. Я сейчас запрашиваю, чтобы с вами связался технический департамент и отправили вам смс. Для того, чтобы они смогли вам выслать платеж терминал. Одну секунду. Вам в Телеграме напишут «Добрый день». Когда получите смс. Получили смс? Так, смс. Смс нет. Так. В Телеграме тоже ничего. А, вот. Сергей, здравствуйте. Мне написали в Телеграме. Это не смс было. Ну, в Телеграме. Я же вам сказал, что вам напишут в Телеграме. Ну, сказали смс в Телеграме. Тут сообщение. Вам отправили смс в Телеграме? Но смс мне не отправили, мне отправили сообщение в Телеграме. Прекрасно, ответьте. Ответьте на это сообщение. Так. Сейчас. Ответил. Прекрасно. Следующий момент. Смотрите, по поводу непосредственно активации вашего инвестиционного счета. Если вы ранее делали покупки, у вас подключены GPay и Apple Pay, либо вы вручную вводите данные? GPay это что такое? Вы как подтверждаете и как вводите данные? Вы заполняете данные вручную, либо же у вас подключены покупки? Но у меня это Face ID срабатывает и все, оплатил. Или часами там прикладываю. Что еще раз? Я говорю, часами прикладываю, или Face ID срабатывает. У вас iPhone или Android? iPhone. Окей, хорошо. Одну секунду, я сейчас отправляю вам платеж терминал. Первое, что вы должны проверить, это сумма. Она указана в долларах, в евро, либо же в рублях. Если в рублях, это 9000 рублей, если в долларах, 111 долларов, если в евро, 100 евро. Ниже ваша электронная почта, которую вы указали при регистрации. Проверьте, чтобы она совпадала. Это вот Ксения, это получили вы, да? Получили платеж терминал? Нет. Вам должны были написать техническое департамент. Вот Ксения, это с технического департамента, да? Батурина. Если вам пишет Ксения, значит да. Так, прислал какую-то ссылку интересную. Ваш платежный терминал. Да, открывайте. Так. Так, открыл extra10.com. Что кликните. У вас по сумме? Какая сумма? Так, ну здесь белый экран. Написано клик. Синяя строка, да, это проверка вас на робота. Нажимайте на синюю строку, вас переводит дальше. Так, click here to redirect to payment page. Да, нажимайте. Так, открылась checkout.stripe.com. А, это Stripe. Да. Так. Да, открылось. Что? Теперь смотрите, ниже проверяйте сумма. Что у вас?
Так, имя, фамилия, оплатить, сохранить, регион Россия. Выше, поднимайтесь выше. $111. Там указана сумма и ваша электронная почта. $111. Прекрасно. Ниже электронная почта ваша? Да. Замечательно. Еще ниже 4 поля для заполнения, либо же оплата Apple Pay. Так, заполняйте здесь данные. Здесь данные карты, здесь нет Apple Pay. Значит, вам нужно заполнять данные карты вручную. А может, я лучше по реквизитам оплачу? Что еще раз? Может быть, я лучше по реквизитам оплачу? Ну, вот мой счет этот, он же уже есть. Смотрите, вы боитесь заполнять данные или что? Я просто вот данные карты не хочу указывать, тем более Stripe платформа такая не очень мне нравится. Я бы вот... Смотрите, вы знаете, что это за платформа? Да, но так это иностранная, я вот не хочу с ней сотрудничать. Я вот что-то боюсь. Хорошо. А почему вы думаете, что я буду знать ваши данные, которые вы туда заполняете? Это вы же заполняете данные, никому их не сообщаете, правильно? Ну вот я сейчас здесь заполню, и получается, вот Stripe будет знать про них. Это американская компания. Нет, не будет знать. Он просто отправляет смс вашему банку. У вас открывается 3D Secure вашего банка. Вам отправляет банк смс подтверждение. Вы вводите, подтверждаете, у вас будет написано «Поймал successful» с зеленой галочкой и ниже перейти в личный кабинет. Не переживайте, Сергей, заполняйте. Давайте я лучше по реквизитам оплачу. В каком времени вы будете связываться с нашим биржевым экспертом? Первая, вторая половина дня? Вторая половина. Окей, хорошо. На каком этапе вы сейчас? Да я вот думаю, стоит ли сюда вообще что-то вводить. Мне как-то доверие не очень вызывает эту... страничка. Сергей, чего вы боитесь? Вы думаете, что потом я или же эта платформа будет знать ваши данные? Да, еще вот я не знаю, что я сейчас делаю. Я же покупку оформляю или что? Что я сейчас делаю? Нет, вы активируете свой торговый счет. Вы напрямую зачисляете деньги к себе на торговый счет. А где этот торговый счет находится? Вам не объяснили, где находится ваш торговый счет? Да, это же должен быть какой-то банк. Ожидайте, сейчас я перейду на вашего менеджера, он вам расскажет. Алло, Сергей. Алло, да. Да, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Да, на каком этапе вы остановились? Какие вопросы у вас есть? А мы остановились на том, что мне вот прислали какую-то платежную страничку. Я вот не понимаю, что я делаю сейчас. Я... что-то покупаю? Или вообще зачем? Нет, Сергей, смотрите, это платежный терминал, так сказать. Через него вы осуществляете перевод на свой торговый счет. Вот. Ваш торговый счет — это такой же, условно, как счет в банке. Доступ к нему есть только у вас. То есть, ну, у вас же есть счет в банке, правильно? Ну, у кого есть доступ? Только у вас. Вот торговый счет — это такой же счет в банке, такой же счет, как в банке, только с него у вас есть возможность осуществлять покупки, продажу активов. Соответственно, ну, условно, вы кладете деньги со своего правого кармана, вы кладете деньги в левый. То есть деньги в любом случае остаются при вас. То есть это лично ваш торговый счет, доступ есть только у вас к нему. Ну и, соответственно, ко вторым и к третьим лицам это никак не относится. Вам все понятно? Да что-то вот не очень понятно, потому что вот если у меня есть счет, то я же его как-то оформил, я имею к нему доступ, а вот сейчас у меня, получается, нет доступа к этому счету, я не знаю своих реквизитов. Я должен как-то вот его сейчас активировать, я вот не понимаю. Нет, Сергей, смотрите, я вам объясню вкратце. Когда вы оставили заявку, у вас автоматически создался, так сказать, ваш личный кабинет на платформе. Вот, то есть программа построена таким образом. Сейчас вам нужно активировать ваш личный кабинет, так сказать, то есть торговый счет. Вот, после же этого вы заходите к себе на торговый счет, я вам покажу, так сказать, ваш баланс.
покажу личный кабинет, покажу, в принципе, интерфейс платформы, ну и далее уже скину материал, точнее, сброшу материал, и вы свяжетесь с вашим, так сказать, биржевым экспертом сегодня. Вот такая вот процедура. Вам все понятно на этом этапе? А скажите мне вот номер моего счета, который я создал при регистрации. А номер вашего счета? Да. Сейчас, секундочку. Алло, Сергей, да. Вы здесь? Да, здесь. Да, сейчас, секундочку, запрашиваю на финансовый департамент, момент один. Алло, Сергей. Да. Алло. Да, Сергей, вы здесь? Здесь. Да, Сергей, смотрите, вам нужно, опять же повторюсь, вам нужно активировать ваш, так сказать, личный кабинет, торговый счет, после чего я вам сразу же покажу его, покажу ваш торговый счет, покажу ваш баланс, то есть покажу интерфейс и, соответственно, как этим всем пользоваться. Номер торгового вашего счета есть уже внутри, так сказать, личного кабинета, вы посмотрите просто после самой активации его, хорошо? Но сейчас не могу его узнать. Сейчас нет, Сергей, смотрите, вам нужно активировать ваш торговый счет. То есть доступ есть только у вас к нему. Я не могу сейчас посмотреть ваш, так сказать, номер вашего торгового счета, потому что это личный ваш, так сказать, кабинет. Поэтому для начала, опять же повторюсь, вам нужно его активировать, после чего вы, так сказать, вас перекинет на ваш личный кабинет, вы посмотрите, ознакомитесь, соответственно, я вам в этом помогу, ну и далее уже свяжетесь с биржевым экспертом. Договорились? Вам все понятно на этом этапе? Да вот непонятно, почему не могу посмотреть свой счет торговый. Сергей, вам нужно для начала активировать ваш торговый счет. Сергей, вы переживаете, у вас есть какие-то сомнения? А зачем вот нужно активировать? У меня просто вот брат работал с Тинькофф, там не было такого, там не надо было активировать. Сергей, у разных платформ разные, так сказать, правила. Ну, то есть Тинькофф – это немножко другая, так сказать, специфика. Вот мы работаем немножко по-другому. Опять же повторюсь, ну, да, я вас прекрасно понимаю, я также верю только фактам. Вот, но, Сергей, в каждой сфере есть, так сказать, своего рода мошенники. Я, соответственно, я вас понимаю, что вы переживаете, у вас есть какие-то сомнения, это нормально. Ну, каждый человек переживает, и я также переживал, но… из-за, так сказать, некоторых, точнее, неких мошенников в данной сфере, соответственно, есть переживания. Сфера инвестиций является не исключением в этом плане. В каждой сфере есть, так сказать, мошенники. Поэтому, Сергей, давайте отбросим все, так сказать, сомнения ваши. Мы с вами нормально пообщались, мы познакомились. То есть я вижу, что у вас есть потенциал, что вы хотите развиваться, хотите пробовать что-то новое. Да, хочу, да. А скажите, да. Можете мне что-нибудь... Понятно на этом этапе. Можете мне что-нибудь про вашу компанию рассказать, чтобы у меня вот меньше сомнений было, с кем я работаю? О нашей компании? Да. Да, наша компания на рынке около 15 лет уже. Мы работаем 15 лет с клиентами с разных, так сказать, кусочков мира. Вот, опять же, я повторюсь, мы помогаем нашим клиентам зарабатывать деньги и всего лишь берем 10% от чистой прибыли, которую получится заработать с ними. То есть интерес нашей компании, чтобы вы эти деньги заработали. Интерес, так сказать, вот смотрите, давайте возьмем, просто включим логику. Вот если вы деньги потеряете, компания на этом наша заработает? Нет, потому что мы зарабатываем только на том, что зарабатываете вы. Так, хорошо, я вот понял, что вы 15 лет. Так... А где у вас офис находится? А еще раз вопрос. Где ваш офис находится? Офис находится Пресненская набережная 12, башня Федерация. А какой там метро ближайший? Каким мессенджером вы пользуетесь? Сергей, каким мессенджером вы пользуетесь? Давайте так, я вам отправлю ссылку на вход в ваш личный кабинет. Вы посмотрите, ознакомитесь, хорошо? Почему вы меня игнорируете? Отправлять. Почему вы меня игнорируете? Почему я вас игнорирую? Я вам задал вопрос, какое у вас ближайшее метро?
к вашему офису, как приехать? Сергей, ну, я считаю... Алло. Да. Сергей, вы задаете вопросы, которые не касаются вообще торговли. В каком вы году родились, Сергей? Какое ваше любимое блюдо? На каком транспорте вы ездите? А кто вам подсказывает? Это не имеет никакого значения. А можно я поговорю напрямую с ним? Дайте мне трубку. А с кем поговорите? С вашим суфлером. Кто вам подсказывает сейчас? Я все слышу. Вы в паре работаете или как? Это ваш клоузер или тимлид?